На премьеру спектакля в зале городского центра досуга собралось много десногорских детей разного возраста. Этот спектакль театралы уже показывали ранее, но некоторые актеры подросли и ушли, а новые буквально недавно выучили и вжились в роль. Благодаря тому, что сейчас летняя пора, ребятам удалось это сделать за 2-3 недели. Мы лето очень любим, потому что этот период, когда детям не надо ходить в школу, и они могут полностью себя посвящать театру. Именно поэтому вот за 2 недели смогли склеить этот спектакль, потому что они были расслаблены внутренне. Они могли существовать на сцене, находить отношения, не думая об уроках, о репетиторах. За очень маленький срок у ребят получился настоящий шедевр. Это отмечают и зрители. Больше всего героем мне понравился Тигеленок, потому что он был миленький и маленький. Мне спектакль очень понравился, и я сама хочу быть театралом. Завораживало буквально все – и оформление сцены, и освещение, и костюмы, и фонограмма. Но больше всего покоряли неординарные яркие образы, которые ребята подобрали для своих героев самостоятельно. Для многих юных актеров театр – это не только возможность заняться творчеством, но и второй дом. Занятия в театре – это как второй дом. То есть там ты со всеми знаком. И они тебе как родные. Нам нравится заниматься, то есть у нас дружный коллектив, нам тут вместе хорошо, нам даже весело. Театр для меня это семья. Ух ты. Это семья, это дом, это место, где можешь полностью открыться. Премьерой спектакля «Хочу быть большим» ребята закрыли сезон и отправились на заслуженные летние каникулы.